Здравствуйте, друзья. Я сегодня с утра в таком приподнятом настроении давал интервью на канале Геннадия Балашова. И это как бы человек известный там на Украине. И он там на выборах баллотировался, там, не знаю, там, на какую должность, там, президентом там, или еще кем. Вот. Но интервью это было на ютубовском канале, там такая лайв-трансляция. И там не было там миллиона народу, там было около пары тысяч, там, может быть, 1900, вот так, в живой трансляции. И там, ну, сколько-то потом в записи посмотрит, наверное. Но все равно прикольно. И там их интересовала тема иммиграции, но как бы я так, я надеюсь, что я шире там затронул, чем просто иммиграция. И разговор такой в свободном таком формате, поэтому вопросы так вот, что в голову там приходит Геннадию, значит, тут же спрашивают, такой достаточно рваный такой разговор, такой живой. Давайте я расскажу по порядку. Значит, мне пришлось рано встать для этого, потому что у них начало в 8 утра по нашему времени здесь, то есть 6 по Киеву вечера. Соответственно, 8 утра тут у нас. Это тяжелый случай, можно сказать. Ну ладно, я уже встал, там умылся, причесался, там побрился, ну как-то вот рубашку надел красивую, из Италии привез. В общем, короче, старался быть на высоте. И поначалу там, видимо, какая-то задержка в стриме идет, потому что начало у них 8 утра по нашему времени, а впервые что-то на экране возникло, там, где я это вижу, что-нибудь 8.15 примерно, вот в это время пошла заставка и пошло какое-то изображение. Оно постоянно подмораживалось. Я не знаю, в чем тут проблема. Или это соединение у нас тут, я не знаю, у меня вроде хорошее дома. Ну, неважно. В общем, так оно там подмерзало. И я посматривал в скайпе, может, что-нибудь напишут там, как бы, ну, люди, которые с той стороны, чтобы меня подключить. И в Фейсбуке там какая-то переписка была, поэтому я так как бы посматривал, где позовут. Ну, в общем, позвали в скайпе и подключили там в разговор. Пока вот эти 15 минут, даже на самом деле раньше, еще до начала, там такое окошечко есть в Ютубе, где комментарии люди пишут. И в этот момент было что-нибудь человек 40-50, вот там написано, сколько народу смотрит, вот в данный момент, вот в эту секунду смотрит. Там было человек 40-50, которые, видимо, ничем больше не занимались, только вот обменивались матюгами в этих окошечках. Я бы сказал, такая на редкость неадекватная толпища, ну, очень маленькая. И в тот момент, когда трансляция пошла, что-то, наверное, вот в течение секунды такой бабах, и стало уже не 40-50, а стало уже так 1800, 1700, 1800, 1900. То есть, видимо, у многих оно где-то там в бэкграунде было, и они переключились в тот момент. И там уже вполне адекватные были комментарии. И я, на самом деле, уже задним числом пошел читать, что там писали, пока я выступал, потому что, думаю, сейчас, наверное, тоже меня там всего обматерили. Вот. И нет, вроде ничего. То есть там много народу, которые нас знают. И я вообще о Балашове узнал только потому, что у нас на канале во время выборов украинских, значит, как вот были ребята, которые там Балашов, там 5-10, там, и как-то вот почему-то среди тех, кто нас смотрит с Украины, вот там Балашов популярен. Вот это как бы у нас общая, что ли, аудитория. Да, во всяком случае, там было очень много теплых комментариев. Да. Так что я в целом признателен. И когда я уже закончил, моя жена пришла, говорит, ну что, все уже там? Я говорю, ну да. И после этого мы посмотрели, поскольку это вот задержка, то мы просто посидели вместе, посмотрели на это, на все. Ну да, в общем, так вот. Интересно. Что еще сказать? Ну, новый опыт, он как бы всегда такой
как бы ты хочешь чего-то новенького, хочешь чего-то такого, чего раньше не было. Ну вот раньше я не участвовал в таких прямых трансляциях. Вот, а теперь как бы поучаствовал, посмотрим, как это все еще. Оно должно у них вывеситься, записаться, вывеситься, и не знаю, как там это получится. Я вижу, иногда какие-то куски просто не попадают в запись, или как-то они там дробятся, я не знаю. Я видел несколько раз не очень качественную запись. Так что вот по-свеженькому такие у меня воспоминания. Вот, может, я потом что-нибудь еще припомню, но вот пока что вот так, по-свеженькому. Вот, жена мне дала, вот жена, она всегда играет какую-то роль в оформлении, значит, моих сюжетов. То она какую-то лампу красивую поставит, значит, там, Тиффани, чтобы так вот было нарядно. То, например, на кухню, там, говорит, садись на кухне, вот когда я там апельсинчик надрезал, говорит, садись на кухне, так, мы сейчас тут уберем, тут погасим лампы, свет зажжем. Значит, вот у меня новые лампочки, сейчас мы издалека снимем, чтобы лампочки было видно, потом уже ближе подведем, чтобы уже тебя было лучше видно и так далее. То есть она любит, чтобы какие-то вещи попадали в кадр. И вот там у нас была девушка, Алия зовут, которая из Казахстана приехала с мамой. И вот она подарила мне две кружки очень красивые, там как-то шелковый путь или там какой-то золотой, как что-то такое. Очень красивые фирменные казахские кружки. И вот мне дали такую казахскую кружку. Надо было что-то украинское. Ну что же так мы с казахской кружкой, я не знаю. Ну не важно. В общем, на украинском телевидении. Но все равно кружка была красивая. Я видел, что она попала в сюжет. Я там периодически из нее подпевал. Не для того, чтобы попала в кадр, а просто горло пересыхает. Вот. И знаете, вот такие мысли одолевают. Вот думаешь, а сколько времени будет сюжет, потому что как бы оно не то чтобы заранее оговорено, то есть как пойдет разговор. Значит, я думаю, а вдруг я буду разговаривать целый час, и мне захочется, например, в туалет. Да, мысль какая. Это правда, а вот что делать? Вот ты сидишь, на тебя люди смотрят, а тебе в туалет захотелось. Вот, и вот эта мысль не нашла ответа в моем сознании, потому что пока мы разговаривали, мне в туалет не хотелось. Собственно, мне и после не хотелось, и вот до сих пор. Но, во всяком случае, вот, наверное, профессионалы телевизионного такого, значит, дела, они как-то с этим делом справляются заранее. Может быть, не кушают или там не пьют. А я думаю, я сижу, попиваю. В общем, вот столько переживаний. Ладно, друзья, я движусь на работу. И у нас сегодня должен быть сюжет с Натальей Квик по поводу 60 тысяч подписчиков. Вот я думаю, что или уже есть, или, может быть, там еще десятка не хватает. В данный момент я не могу проверить, но вот где-то мы на подходе. Так что мы сегодня запишем такой вот сюжет. Счастливо!